зеленым и скандаты «Ночные облака». Бритты – торжественная кантата «Rejoice in the Lamb» – «Возвеселитесь в Агнце». Первая исполнение в России. Солисты Дарья Белоусова-сопрано, Екатерина Узнакова – альт, Георгий Болотов-тенор, Андрей Капланов – бас. Партия фортепиано лауреат международных конкурсов Алексей Бугаян. Дирижер Алексей Мантюхин. Класс профессора Бориса Ивановича Куликова. Thank you.